конечно, необходимы кадры для работы. И кадры нужны серьезные, начиная от инженерных кадров и заканчивая, конечно, синими воротничками, но те, кто смогут работать на таком сложном оборудовании. Цель моей игры – набрать как можно больше очков и сохранить жизнь. В этой игре код находится в космосе. Все-таки шахматы для нашего поколения – это то же самое, что какие-то компьютерные игры для сегодняшнего поколения. Вот можно ли этих ребят вытащить все-таки от компьютеров в шахматы? Потому что мне кажется, что шахматы очень хорошо развивают ребенка, причем гармонично. Основное – это заложить на профпригодность в дальнейшем основание. То есть сейчас мы учимся чертить, но в будущем нам это все пригодится в качестве механо-машинных работ, архитектура, строительство. Здесь научатся чертить, им это очень интересно. А самое главное, что у них получаются уже готовые изделия, которые они могут оценить и вывести на 3D-принтер. Программе Arduino, потом собрал конструкцию и запустил код. А датчик где взял? Датчик нам выдали собрать. Понятно. Погрешность 5 градусов приличная. Такой датчик. Можно и точнее сделать. Можно делать и точнее. А датчик зависит. Зависит от датчика. Я благодарен и фонду Андрея Ильиченко, и руководству компании «Еврохим» за то, что они первыми выступили с инициативой, они, я подчеркиваю, не даже не мы, а они, создать в Ингисеппе современную образовательную базу для подготовки высокотехнологических специалистов среднего и высшего звена, и уже не только для компании «Еврохим», конечно, прежде всего для компании «Еврохим», но и для других крупных предприятий, которые уже строятся на территории Ингисеппского района. Здесь все на острие, современности. Вы должны это постичь, а потом приумножить. Вам было интересно. Вот будет интересно, все будет хорошо. Если будет неинтересно, вы своим преподавателям, руководителям подсказываете. Они у вас абсолютно современные, вменяемые люди. Они тут же помогут, так сказать, и вам, и себе перестроиться. Еще раз говорю, главное, чтобы было интересно. Удачи!